Евровидение или политовидение? Почему популярный музыкальный конкурс приобретает столь яркий политический окрас? Как отнеслись в Крыму к победе Джамалы? Как крымчане оценивают результаты голосования? Как тема депортации крымских татар, затронутая в песне Джамалы, может повлиять на межнациональную обстановку на полуострове? Изменилось ли отношение к историческим событиям 1944 года? Смотрите в прямом эфире ток-шоу «Народный вердикт» на телеканале ИТВ 20 мая в 20:00.